Доброе утро, здравствуйте. Приехали на дрифт Камбурдинский. Дрифт Камбурдинский — это мероприятие, которое приходит на старом аэропорту или на старой площадке для аэропорта. Бетонное покрытие, плиты, машина бьется, ломается, но мы сюда приезжаем с огромным удовольствием. Здесь происходит следующим образом. Приезжаешь, тебе выделяют несколько плиты, 2 и 3, ставишь автомобиль, здесь ночуешь, здесь спишь, здесь есть душ, хоть он и холодный всегда, хотя он борется с этим, но бойлеры не вывозят столько народу. И наша команда отсюда, да, вон того красного BMW. Сейчас у нас брифинг, идем, слушаем, что нам скажут. Вчера был тренировочный день, мы вчера не приехали, мы приехали только на соревнования. На серьезных щах, Иван. Настроен на тумбу, первое место сказал, вы ничего не получите, можете ехать домой. А просто так мы не даемся. Машина в порядке, все работает, чуть позже расскажу, что с ней было. Погода замечательная, сегодня будет жарко. Надо кепку одеть, чтобы не спалить лицо. Никогда не носил кепки, только здесь на дрифте. И, как всегда, Бурдинский, как детский сад. Ну, 30, да, надо рассказывать, как вести себя, на чем не ездить, не бухать, не кричать, не орать, моторы не заводить, ну, короче. Дербан с ночью конкретный. Все гуляют, просто пьянка жестокая. Так что, если хочешь оторваться на компетишн, сюда приезжай, тут вообще само то. Палатку, берешь все с собой, пиво, напитки, и тут просто 3 дня не отсыхаешь. Катаешься днем, вечером, попробуй утром встать, как говорится. В общем, как-то так. Сейчас они еще поговорят, что нельзя делать, и мы поедем. Есть уже 3 года, я прекрасно понимаю, о чем они говорят. Может, даже не рассказывать. Нового пока ничего за 3 года не было. По-моему, так же в поворотах не едет. Скидываем влоги, смотрим, что там. Опять в длинную дугу, когда выходишь, она... Не едет что-то. Ладно, поедем так, будем ждать ее, когда она прыгнет. Так как ты меня всегда поддержишь, у меня небольшой подарочек тебе есть. Знаменитая картиночка. Знаменитая картиночка. Давай, чини, жду на трека. А, сейчас сделал, спасибо. Прошла квалификация, 3-е место.
Третье место у меня Байран, и потом едем топ-8. Всего 12 человек прошло. Прошло вообще 9, но они засчитали первую попытку. У нас была первая попытка разобгревочная, а второй, третий засчетный. И некоторые первые проехали лучше, чем второй, третий, поэтому их засчитали 12 человек. И Иван Лехман занял 7-е место. По-моему, я обхожу его, нет, потихоньку. Колеса подкинули, мало колес с собой взял, ну попробуем. Главное – накат. Я сюда приехал за опытом. Опыт, опыт, опыт. Потому что только опыт рулит. На чем бы ты ни ездил, на чем бы ты ни… Пока у тебя нет опыта, ты не можешь. Хорошо есть. Мелвин, молодец. Ездит парень один год, он буквально там что-то будет. Несколько ивентов, очень хорошо. На первое место там, в квалификации залез. Молодец вообще. Сейчас все турбину подкинет и будет вообще очень сильный соперник. Есть пару ребят. Ну, третий. Отлично. Супер. Спасибо. Хоть и машина отрыгает, машина так и не едет. Машина также меня подводит в последней дуге. Она отрубает, где-то пропускает воздух в выхлопной системе. И лямбда считает, что нет. Ну, короче, там что-то надо смотреть и настраивать. Мотор не везет. Но едет. Поэтому едем дальше. Поехали в Батлы. 10 минут настраиваемся и пошли. За что мне это? Я не понимаю. Поехал. И я сейчас прям почувствовал, как машина не захотела ехать. Газ давлю, она… Потом раз, и она здесь, меня разворачивает. Жесть. Что? Туда их нахер всех! Да, правильно. Но у нее проблема еще с Польшей. И эта проблема не дает ехать. Когда ты давишь на газ, а у тебя машины нет, это, конечно, не очень прекрасно. И сейчас, именно в заезде, последний круг, уже почти доехал, предпоследний круг. И да, ее нету. Печально прям как-то. Ты хочешь ехать, а нет, не на чем. Получается, не на чем ехать. Вроде едешь. Ну да ладно, мы с этим разберемся. Отправляем логи еще раз. Надо смотреть всю систему. Где-то пускает воздух, непонятно. Я бы съездил на настройку, посмотрел. Новости с полей. У нас, походу, отвалилось 2 цилиндра. Ваня ехал сейчас за первое место, и температура масла 150, температура воды 120. Она, конечно, не взорвалась, а у меня взрывается зеленка. Сразу шипит. Это нет. Но плохо работает. Но за первое место давил до последнего, так сказать. Моя бы не поехала, моя бы 122 градуса сказала, не, братан, все, стоять. Ну, в принципе, она так и сделала, но там не масло было. Я надеюсь, не масло. Я еще логи не смотрел. Сейчас проверим, посмотрим. И уже будем решать. Ну, супер, Мелвин молодец. Вот на вот этой вот корчелыге, можно сказать, выехал в топы. Первое место в квалификации. Молодец, стабильно ездит, хорошо. Достойный соперник, есть с кем покатать. Так что дрифт камбурдинский имеет место быть, как чисто для наката, для соревновательной деятельности, прикольно. Я почему-то абсолютно спокоен, я разочарован в автомобиле снова. Вот, но значит, так должно было быть. Чтоб меня развернуло, это вообще просто нонсенс. Но это, видать, из-за педали газа. То, что педаль газа сначала наступил, ее не было, а потом дал ей, и она опять включилась. По-моему, ее нет 2 секунды, она отрубает на 2 или 3 секунды. Это за 3-4 место поехали. Люблю эту Сильвию, обожаю. Смотри, как она движется. Просто невероятно. Она пушка просто. Судя по стилю, Андрюха едет. В общем, вот такие вот дела у нас. Посмотрим. Смотрим дальше. Очень интересно, что произойдет.
Я надеюсь, первое место за мотор. Кубочек за мотор. Вот это я считаю опыт. Дали пацаны машину прокатиться. У меня Nissan едет ни хрена. Посмотрим. Но я думаю, Nissan бы был получше. Слушай, мне, знаешь, мне за себя не так обидно, как за Лехмана, потому что мотор все-таки это не тумба. Лучше, блядь, мотор переживет. Поэтому большое спасибо. Безопасности. Wenn es ein bisschen besser gewesen wäre, wäre es nochmal enger geworden hinten raus. 15 Silber! Juhu! Красавчик! Danke für die Teilnahme, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ваня отрыгнул мотор, непонятно что будем смотреть, когда приедем. Он ехал на E46, только что настроенный. Только здесь он ее построил, только здесь он ее платы поставил. Привез, заправил, поставил колеса, решил выезжать, Ваня подходит, дай прокатиться. Большое спасибо за предоставленный автомобиль, остался целым. У Вани сегодня был большой опыт, я видел, он ехал на быстрых автомобилях, то есть у него машина была быстрее, чем другие, E30. И 46-я тоже была быстрее. Сегодня он почувствовал, как ехать вторым номером, и когда машина быстрая, что нужно тормозить и нужно немножко оставлять расстояние. Вот. Меня это преследует уже 2 года, потому что машина быстрая и упираюсь постоянно. Но сегодня было дело не в этом, сегодня дело было в настройке, я не знаю. Пойду смотреть, логи закачал, сейчас пойду посмотрю, скину мапперу. Будем смотреть и разбираться. У нас осталась 1 неделя, Чехия на носу. Если я этот вопрос не решу, я даже не вижу смысла ехать. С такой настройкой, если машина будет у тебя отрыгивать в самые нужные моменты, ты можешь остаться в бетоне. А я этого точно не хочу. Поэтому у нас автоспорт в опасности на следующую неделю, на Чехию. Поэтому нужно будет посмотреть и решить этот вопрос. Я понятия не имею, что там может быть. Без понятия вообще, почему она так делает. Либо ехать на настройку, попробовать ее еще раз дернуть из-за того, что мы сняли вакуум. Короче, не знаю, все там очень все туманно и непонятно. Это был дрифт Кам Бурдинский. Сегодня, к сожалению, в топ-8 вылетел, но получил огромный опыт. Зачем я сюда и приехал? Поехали дальше. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Водичка, кусочки от машины. Погнали.